«Давно это было, — поговаривает старый Манси. Собака в лесу жила одна. Решила собака найти себе товарища, который никогда никого не боялся. Отправила собака на поиски и встретила собака волк. Но волк сказал, что медведь сильнее его. Пошла собака искать медведя. Встретила медведя, но медведь сказал, что человек сильнее его. И отправила собака искать человека». Нашла она человека, и с тех пор до сегодняшнего дня собака живет с человеком.